Весенняя погода в городе устоялась. И пока ярко светит солнце, а теплый ветер приятно обвивает уставших от зимы прохожих, люди вспомнили о самом лучшем виде транспорта – велосипеде. Но кроме здоровья и положительных эмоций, двухколесный друг может принести массу проблем, если не соблюдать элементарные правила. На дороге велосипед – это полноправное транспортное средство. И правила дорожного движения едины для всех. Ездить только на зеленый свет, не обгонять справа, пропускать пешеходов и так далее. У велосипедистов ограничений даже немного больше. В правилах дорожного движения есть еще один особый раздел, 24-й. Дополнительные требования к движению велосипедистов и водителей мопедов. Главное в нем, что любителям передвигаться на велосипеде можно по проезжей части только с 14 лет. Родителям юных велосипедистов стоит помнить, что прежде чем отпустить ребенка одного на улицу, необходимо обсудить все правила безопасного поведения на дороге. Сотрудники госавтоинспекции напомнили, что нужно обязательно оснастить велосипед фонарями и катафотами, а также использовать световозвращающие элементы на одежде. При движении по дорогам необходимо держаться правого края. Повороты налево на перекрестку, за исключением, когда на проезжей части не более двух полос, запрещены. Поговорили и про людей, которые любят лихачить на транспорте. Инспектор ГИБДД напомнил, что управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой, запрещено. Это же касается и разговоров по телефону. И нельзя садиться на велосипед, как и за руль автомобиля, в состоянии алкогольного опьянения. Во всем мире существует единая система велосипедных сигналов. Например, если человек хочет повернуть направо, он вытягивает правую руку. Аналогично и для левой руки. Если велосипедист хочет остановиться, нужно поднять любую руку высоко вверх. На дороге важно быть предельно внимательными как велосипедистам, так и водителям автомобилей. Ведь за зиму автомобилисты могли отвыкнуть от любителей двухколесного транспорта, которых с каждым днем становится все больше. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».